туалет там. Можно зайти, да? Да, в туалет заходим. Сейчас вот там нет, надо Thank you.
13 лет назад. А куда? Она же... Как вот здесь вот я вам наглядно покажу. Вот это называется гелиостат. Вот эти гелиостаты, они крутятся под уклоном, там у них у всех есть датчики, они двигаются. Вот это концентратор. Вот видите, он идет полукруглый. И вот этот каждый гелиостат, он рассчитан на вот эти вот зеркала. Они все фокусируются. Вот это вот печь. И оттуда, вон там, видите, окошечко маленькое. Вот оттуда, получается, направление идет в печь. И в печи уже идет плавление. Вот здесь вот генераторы с водой, эти вот кочки, это с водой, чтобы на всякий случай охлаждение было. Туда никого, кроме специально обученных людей, не допускать. В том числе даже сотрудников института, да? Просто вот именно плав, где печь происходит, а там вот маленькое вот это длинное окошечко, там уже сидит человек за компьютером, и который все это настраивает. Каждое зеркало, вот в некоторых местах зеркал нет, зеркала тоже идут специальные, не просто такие, которые вы дома в зеркало смотритесь, а тоже там толщина, угол, все имеет значение, размер, каждый там имеет свой размер.
и здесь идет плавление. Сейчас вот давайте я вас сфотографирую, и вон ребята с кухни уйдут, и мы пойдем на кухню. Так, чуть-чуть вот здесь пусто, поближе, пожалуйста. Эй, чего на дай быстро? А там ничего не видно, это не Давайте туда.
Ну, мы, знаешь, мы больше сейчас слышим, куда пойти, в этот заповедник. О! Зазеркалье. Третья ступень. Зеркала, зеркала. Виноградники.
Здесь уже зеркал нету. Сняли, походу.